Всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале Виктория Каррера. Добро пожаловать. И сегодня я по просьбе своих подписчиков решила возобновить расклады карт «Магия жизни», которые помогают повысить осознанность. А если мы повышаем свою осознанность, значит, мы берем ответственность в свои руки за свою жизнь, и тем самым мы можем строить и творить свою жизнь лучше и лучше, так как нам этого хочется. Карты «Магия жизни» — это лишь небольшой инструмент, который позволяет это сделать. Это не гадальные карты, это система карт с помощью разных картинок и с помощью надписей, которые нам напоминают, над какой ситуацией именно нужно нам поработать сегодня. Что нужно осознать, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. И сегодня я вам предлагаю расклад, который будет состоять из трех позиций. Вы видите, на столе у меня уже выложены три помощника. Я решила не использовать цифры. Я буду выкладывать три позиции. И выбирайте, пожалуйста, себе любую из фигурок, представленных на столе. Под первой позицией будет выложена карта, которая соответствует моя помощница Эйфелева башня. Второй помощник, вот такая маленькая белочка, здесь будет позиция под номером 2. И третий мой помощник, вот такой маленький кораблик, здесь будет выложена карта, которая будет соответствовать третьей позиции. Выбирайте, определяйтесь с номером карты, а я тусую карты, и сейчас я буду их для вас выкладывать. Задумайтесь, задайте, повторите себе мысленно вопрос: что мне нужно осознать сейчас, сегодня, на этой неделе, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. И я вытаскиваю карту для первой позиции. Для первой позиции у нас выпадает вот такая замечательная карта. И вы видите, эта карта очень красивая, на ней изображен воздушный шар, несколько воздушных шаров, радуга, красивое чистое небо. И написано: я получаю поддержку и сотрудничество других людей и достигаю желаемых результатов. Что здесь может быть по этой карте? Над чем нужно проработать? Возможно, вы не верите в то, что от других людей можно получить поддержку. Возможно, вы боитесь доверять людям, но не стоит этого бояться. Вы знаете, ведь иногда достаточно обратиться с просьбой к близким людям, и вы получите ту необходимую поддержку, которая вам нужна. Или просто какое-то решение, которое может прийти вот благодаря людям, которых вас окружают, и тем самым вы можете легче и проще достигнуть тех результатов. Видите, вы тогда, как эти воздушные шары на небе, вы просто сможете взлететь высоко, ввысь к вашим результатом. Не бойтесь получать поддержку и сотрудничество от других людей, и будет вам просто от этого еще лучше. Карта для позиции, кто выбрал белочку. Слушайте, как интересно, прям рядом с белочкой выпадает такая карта. Вы видите, на этой карте, на таком красивом зеленом, темно-зеленом фоне, сейчас карта, наверное, немножко вот так лучше ее поднять, я вам покажу. Вы видите, на таком красивом темно-зеленом фоне, я думала, что это блик отсвечивает мой свет, а это, оказывается, в сундуке такой свет яркий горит от бриллианта. И написано: я разрешаю своим творческим способностям обеспечивать меня потоком практических идей о том, как увеличить мой доход. О чем может быть эта карта? Эта карта может быть о том, что у вас есть какие-то блоки, вы блокируете свои креативные идеи, вы блокируете, может быть, свое творчество и не верите в то, что эти идеи могут вам помочь увеличить ваше материальное благосостояние. Но вы знаете, вот попробуйте. Если у вас есть идеи креативные, если у вас какие-то есть творческие способности, попробуйте в них поверить. Начните их использовать в вашей жизни на ваше благо. И вы увидите, что по вере вашей воздастся вам. Нужно только в это верить и этого хотеть. А я тусую колоду и достаю карту для тех, кто выбрал третью позицию, или вот этот красивый маленький голубой кораблик. И для тех, кто выбрал кораблик, у нас выпадает следующая карта.
такая тоже красивая. Здесь все карты очень красивые. На карте изображена девушка молоденькая, подросток с крыльями ангелочка. И она прям такая летит по небу. И там же и птица, и другие девочки, которые с зонтиками как бы летят и парят. На карте написано: «Я люблю и принимаю себя на самом глубоком уровне с самого первого раза и выбираю ощущать любовь». Здесь такая карта попалась посерьезнее. Вам, скорее всего, нужно проработать действительно некоторые вопросы любви по отношению к себе и принятию себя действительно на самом глубоком уровне. Потому что иногда бывает, что в жизни не ладятся какие-то дела. Мы думаем, что нас люди не любят, но ведь это получается, знаете, на таком, на подсознательном уровне, когда другие считывают эту энергию, которую вы транслируете в мир. И если вы не принимаете себя и не любите себя, вы транслируете это другим людям, и другие люди вас тоже поэтому могут не принимать и не любить. То есть попробуйте, начните с чего-то малого в принятии себя. Примите свое тело таким, какое оно есть, полюбите его. Примите свою внешность, поймите, что вы уникальны, и дальше будет лучше. Для того, чтобы всю неделю работать с этой картой, которую вам выпала, которую вы выбрали, делайте, пожалуйста, стоп-кадр. Фотографируйте, пожалуйста, карты, работайте над этим. Я вас очень прошу, если у вас есть возможность, пожалуйста, пишите внизу под комментариями, как эта карта отозвалась, срезонировала эта карта с вами, с тем состоянием, которое у вас есть сейчас. И понаблюдайте в течение недели и тоже напишите, как это помогло улучшить хотя бы немножечко, хотя бы на чуть-чуть вашу ситуацию в вашей жизни. Я буду вам за это очень-очень благодарна. А я вам желаю огромного-огромного счастья. Будьте здоровы, будьте любимы и увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока!